Отопительный сезон начался в регионе без срывов. Большинство жителей Ивановской области получили тепло в свои квартиры с 1 по 5 октября. До крайнего срока 10 октября дотянули только Кохма и Плёс. В последнем запускали новую котельную, а вот в Кохме попросту экономили средства. Вот уже 10, 11, 12 год я могу наблюдать какую-то динамику. И по отношению даже к 10 году гораздо спокойней готовили область к отопительному сезону. Безусловно, сказываются те усилия и затраты, которые за эти годы были произведены для того, чтобы модернизировать систему теплоснабжения области. На сегодняшний день в регионе действительно много сделано для того, чтобы тепло пришло в срок в каждый дом. Построено 8 новых блочно-модульных газовых котельных, заменены десятки километров ветхих тепловых сетей. Ситуация критична только в местечке Балино. Отопительный сезон там все еще начинается. Вот уже который год котельное Министерство обороны начинает свою работу с большим опозданием. Сейчас она работает, но она работает со сбоями. И я думаю, что вот, как мы с Громом Максимом Евгеньевичем говорили, что сейчас последние какие-то наладочные работы по домам и на самой котельной заканчиваются. Сейчас уже жалобы, если раньше шли вот буквально 2-3 дня назад, там 7-8 домов жалоб, сейчас остается 1-2 дома. Я думаю, что эта тема отойдет. А еще многострадальная Балинская котельная перед городом долг за прошлый отопительный сезон – около 25 миллионов рублей. Военные обещают вернуть все до рубля в самое ближайшее время. Еще одна котельная Министерства обороны находится в Наволоках. В этом году там ситуация не так критична, как в Балино. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.